Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – боротьба з наркотиками та реабілітація наркозалежних. З 10 по 15 вересня в зоні відпочинку Коблево відбувся антинаркотичний форум, який зібрав представників 18 громадських організацій та центрів реабілітації нарко- і алкозалежних з 16 регіонів України. Мета заходу – привернути увагу органів влади і суспільства до проблеми наркоманії та об'єднати зусилля з протидії наркотикам і реабілітації наркозалежних. Гості нашої студії сьогодні – керівник громадського об'єднання «Друге дихання» Анатолій Кухаренко та голова правління громадського об'єднання «Алтера Плюс» Віталій Куліков. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Будь ласка, нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. А від вас я чекаю ваших вражень від цього заходу, який відбувся у нас в Миколаєві, про який я щойно сказала нашим глядачам. Будь ласка. Віталій, ви перші? Да, давайте я почну. Ще раз добрий день, добрий вечір. Мероприятие, которое состоялось в Коблево, оно ежегодное. Мы в год проводим два, бывает три мероприятия таких. Это мероприятие, которое собирает в себе массу людей, выздоравливающих людей, которые выздоравливают от зависимости, от алкогольной и наркотической зависимости. Цель этого мероприятия – объединить людей и показать обществу, что любой зависимый человек – это такой же член нашего общества, как и все. То есть каждый человек имеет право на достойную жизнь. А скажите, будь ласка, коли почали проводити цей форум и чому обрали саме таку форму? Мы совместно, у нас есть сходит два союза, союз антинаркотических сообществ и союз реванш. И это третий наш форум, был зимний лагерь, летний лагерь и вот еще третий в этом году совместный. У нас даже есть лозунг, мы объединились, чтобы вместе победить зависимость, победить эту проблему. Почему такой как бы регламент? У нас просто мы занимаемся в центрах болезни по программе по четырем сферам – био, духовно, социально и психологически. Мы на этом форуме решили объединить эти все сферы и проводить вот такое мероприятие. Удалось объединить все эти четыре сферы, Виталий? Удалось объединить, и я скажу больше, этот форум носил формат спортивно-терапевтического характера. То есть помимо терапевтических групп, в которых принимали участие различные гости, психологи, психотерапевты, также были спортивные соревнования, где ребята, бывшие зависимые, могли реализовать себя в спортах. То есть это были в различных видах спорта. То есть это были соревнования по футболу, по волейболу, был установлен ринг. Многие ребята до своего употребления успешно занимались спортом и по какой-то причине сошли с этого пути, то есть свернули чуть-чуть не туда. И наша задача этих людей вернуть, ресоциализировать, адаптировать, чтобы человек вернулся назад в полноценную жизнь. Были вечерние концерты, были конкурсы, были различные сценки, которые готовили сами же ребята. То есть этот лагерь, он в основном был организован для самих выздоравливающих. Сам лагерь собрал в себе более 280 человек, потому что 285, 5. Да? 285 человек со 18 громадських організацій і центрів реабілітації з 16 регіонів України. Практично з кожного обласного центру були представники. Тобто, судячи з того, про що ви щойно говорили, проблема наркоманії дуже актуальна для всієї нашої країни. А для Миколаївщини наскільки вона актуальна? Эта проблема, она актуальна для Николаева, она актуальна для Украины, она актуальна для всего мира. Потому что наркотик, он идет в ногу со временем, и в, скажем, век технологий тоже обретает такой вид. Сейчас нет проблемы подростку купить наркотики, и наркомания, она очень молодеет. Что касательно Николаева, но очень много обращений. В нашу общественную организацию «Альтера Плюс» в день поступает
по 10 звонков, по 15 звонков. В основном звонят родственники, родители, родители подростков, которые не знают, что с этим делать, которые столкнулись с этой проблематикой и не знают, как поступить. Ну, вот возьмем пример. Ребенок, подросток, 17 лет. В наркологию на учет поставить – это перечеркнуть человеку жизнь. На начальном этапе как бы употребления еще возможно все исправить, еще возможно человека вернуть в нормальный образ жизни. Консультируем, подсказываем, помогаем, направляем. В Николаеве работает горячая линия поддержки зависимых людей. Работает как в нашей организации, так и у Толика. Я знаю Анатолия, и мы проводим работу с родственниками, и Анатолий проводит работу, я знаю, огромную, с родителями. Я думаю, ты расскажешь. Да, я поделюсь. Тут еще момент такой, что мы не только затрагиваем наркоманию. Мы очень сильно затрагиваем так же самое алкоголизм и игромания. Потому что не стоит делать один удар на наркомании. Алкоголизм – это такая же самая смертельная болезнь, даже еще, наверное, скорее всего, больше. Просто много статистики нету по смертей от алкоголизма и от наркомании. Вообще сама статистика есть, она определенная, но на самом деле намного больше, потому что скрывают. Умер там от сердечной недостаточной, кстати, не пишут, что умер от алкоголизма или от наркомании. И мы взялись за все, и за наркоманию, и за алкоголизм. В первую очередь, конечно, мы проводим работы это с родственниками. В первую очередь. Всегда поступают нам звонки и задают вопросы, как поступить, что делать, симптомы и все остальное. И мы сейчас начали больше заниматься на родителей. Мы проводим родительские собрания в школах, рассказываем родителям о последствиях, о признаках, как выявить, где можно обратить. Когда я последнее было проведенное собрание, родителям сказал, что обратите детям в Телеграм. Все родители вот как-то откликнулись, а что смотреть, а как чего, потому что наши дети в основном переписываются в Телеграмах. Это проблема. И родственникам нужно знать, как с этим бороться, как узнать, как увидеть, как понять, что с их ребенком. Это профилактическая работа. Повертаючись до антинаркотичного форуму, Федір Бондар побував разом з Анатолієм і Віталієм там. І ось його враження в відеосюжеті. Будь ласка.285 активістів і тих, хто проходить реабілітацію, а також їх батьків з різних міст України. Програма форуму складалася з неформальних заходів, спілкування та спортивних змагань. Спорт – окремий і важливий напрямок в рамках форуму та в щоденній діяльності реабілітаційних центрів. Ігрові види, такі як футбол, баскетбол і волейбол, і бокс. Єдиний офіційний захід – конференція, на яку запросили лікарів, соціальних працівників, співробітників правоохоронних органів та представників міської влади Одеси і Миколаєва. Секретар Миколаївської міської ради Тетяна Казакова, дізнавшись від одеської колеги про існування в них програми з протидії наркоманії, на яку виділяються гроші з міського бюджету, заявила, що домагатиметься впровадження такої програми в Миколаєві. Про основні фактори, що можуть допомогти позбутися залежності, говорив заступник головного лікаря з медичної частини Миколаївського обласного наркологічного диспансеру Микола Бережник. З точки зору лікування наркозалежної особи, перше і головне – це бажання. Друге – це розуміння хвороби. І третє – це підтримка родичів, батьків, дружини, дітей та інше. Якщо це все є, то далі етапи лікування будуть проходити більш ефективніше і мати більш якісний результат. Якщо є перше бажання, допомога, розуміння і пройдені всі етапи, то результат лікування більше 50%. Сергій Самойленко проходить курс реабілітації вдруге. Мене хотіли забирати на психіатрії вже, і Анатолій Володимирович допоміг. Мама зателефонувала, побачила рекламу. Забрали мене до центру, провели зі мною багато робіт. Я пройшов у них повний курс стаціонарний, повний курс ресоціалізації. Потім був в організації, пішов працювати, ну і поступово відійшов, якось повернувся до старої моделі поведінки. Старі друзі, старе спілкування.
Син Лариси Терехової 10 років тому пройшов реабілітацію. Вона співпрацює з наркологічним центром «Друге дихання». Каже, що тепер у неї дуже багато дітей. 10 років мій син знаходиться. 10 років мій син перебував в тверезому стані. Він має родину, в нього є дочка, син нещодавно народився. Знаєте, це той момент, коли ти починаєш насолоджуватись життям. І тепер цією насолодою мені дуже хочеться поділитись з усіма батьками, чиї діти в проблемі. Анатолій Братченко проходить реабілітацію в наркологічному центрі «Альтера». З 8 років почав курити сигарети звичайні. З 8 років почав палити цигарки звичайні. З 12 почав споживати траву, палити. Не знаю, вважав це якимсь... Мені це подобалось, я вважав, що це круто. Після армії почав споживати поступово швидкий наркотик – це амфетамін, гвинт. Дійшовши до 30 років, я спробував ін'єкційні наркотики – це мак. Хоча до того я зневажав цих людей. Я знав, що за ними вчинки йдуть якісь гадські. Курс реабілітації Анатолій проходить в четверте. Каже, вже рік він тверезий. Я радуюсь кожному дню. Я радію кожному дню. Я займаюся спортом, я допомагаю хлопцям, роблю це щиро. І я хочу, щоб вони зрозуміли, що все в наших руках. І наркотик – це страшно, насправді. Тим більше тепер, коли його доступність стала дуже легкою. Споживав я 4 роки. Потім я останній рік, останні півтора роки, підсів щільно на сіль. Такий наркотик, і він викликає параної. У мене були дуже сильні параної, накрути всілякі щодо своєї сім'ї, взагалі свого оточення. І я в якийсь один момент зрозумів, що мені потрібна допомога. Я з цим не впораюсь сам. І попросив свою маму мені допомогти. В інтернет зайшла, посмотрела другі центри, ну чого-то захотіла. В інтернет зайшла, подивилась інші центри, ну чомусь захотілося мені обрати центр «Альтера». Набрала номер телефону і з керівником Віталієм ми поговорили. Він говорить так, головне, щоб рішення було вашого сина, що він хоче цього. Якщо він хоче, тоді реабілітація буде дуже навіть хороша. Зараз знаходиться 5-й місяць на реабілітації. Я бачу його одужання, він фізично зміцнів, подорослішав, інші стали в нього розуміння. Саме матерям присвятили концерт, в якому виступили учасники форуму. Вони читали власні вірші, співали пісень і дякували своїм матерям. Мамочка, любима, спасибо тобі взагалі за все, що ти робиш для мене всю життя, за те, що ти для мене зараз робиш. Я благодарю тебе взагалі за те, що ти мене підтримуєш, за те, що ти мені допомагаєш. Якщо б не ти, мене б зараз не було тут, і, можливо, б взагалі не було в живих. Я был обречен на гибель. Она реально не отказалась от меня. Спасибо, мама. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, Федір Бондар зробив такий відеосюжет. І чимало тих, хто, слава Богу, одужує і вже практично можна сказати, що він вирвався з цієї пастки. Так, Віталій, Анатолій? Хороший сюжет, ви знаєте, я посмотрел, аж немного затронула, но этот сюжет не может отобразить и десятой части того, что там происходило. Случайно, але... Все ребята, которые проходят курс реабилитации, которые там собирались, это выздоравливающая молодежь. Но выздоровление очень важно, не забывать о том, что заболевание, зависимость – это заболевание хроническое, заболевание неизлечимое. И человек, который приобретает синдром зависимости, он становится зависимым на всю жизнь. И только принцип, то есть наше сообщество живет по принципу полная химическая чистота, полный отказ от любого вида веществ. Только при соблюдении этой рекомендации человек может жить полноценной, качественной жизнью. Грубо говоря, если человек однажды потерял контроль над употреблением алкоголя, да, то есть, знаете, как кто-то может выпить рюмку и пойти отдыхать, а кто-то рюмку выпил, и его понесло на 3 дня. Вот это сигнализирует о том, что у человека есть патологическая зависимость. Этому человеку пить нельзя. Если человек принимает это в свою жизнь, он возвращается к нормальной, полноценной жизни. Формат «я чуть-чуть на праздник» для этого человека не существует. Если сказать о статистике, она маленькая. Мало остается трезвых людей, много людей срываются. Но я вам скажу, что реабилитация – это самое эффективное, что вообще есть. Потому что это не только освобождение как физического состояния, облегчения,
А это переоценка всех ценностей, переоценка своей жизни, новое учение. Заново люди учатся жить в социуме, создают семьи, и для этого нужна реабилитация. И реабилитация должна быть не один год. После этого, как человек проходит курс реабилитации, он должен держать себя в руках, выполнять все рекомендации, которые мы в него вложим, для того, чтобы оставаться трезвым. Если люди проходят полный курс реабилитации, наверное, процентов 50, мы знаем, что они остаются трезвы, это в течение года. После этого просто очень много мы теряем контактов с людьми, мы не знаем, что с ними происходит. Но конкретная цифра, наверное, процентов 40 людей остаются трезвых и меняют свои жизни. Ну, 40% – це теж значна сума. Іменно по суті, це много. Тому що за кожною цифрою стоїть життя і доля людини. Порой не одного чоловіка. А скажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви своїм подопічним, коли вони пройшли, наприклад, курс реабілітації? І я не знаю, чи готове сьогодні суспільство прийняти таких людей, щоб вони були працевлаштовані? Чи допомагаєте ви їм, наприклад, хоча б працевлаштуватись? Я немножечко розкажу за нашу організацію, як построєн процес ресоціалізації. Процесс вообще длительный, как Анатолий сказал, он в любой процессе реабилитационном, он длительный. Что касаемо трудоустройства, да, вот грубо говоря, 6 месяцев стационарного лечения в реабилитационном центре, в реабилитационной программе. Человек выходит, что дальше? Вот человек стоит перед выбором, идти домой, старый круг общения, старые друзья. Чем заняться? Мы такому человеку предоставляем возможность обучения. То есть на базе Международного антинаркотического союза «Реванш», в который входит центр «Альтера», существует ряд площадок, на которых человек может получить квалификацию, специализацию и в дальнейшем трудоустроиться. Опять же, трудоустроиться, то есть это есть профильное направление по социальному работнику. Да, то есть человек может пройти обучение и начать помогать таким же людям, как и он. В наркологических клиниках, в реабилитационных центрах, на заместительных терапиях, по принципу равный равному. То есть я такой же, как и ты, я могу тебе помочь. Социальные работники на сегодняшний день – это очень востребованная ниша, которую нужно заполнять. И мы предоставляем этим людям такую возможность трудоустраиваться. Есть же также школы по химической зависимости, пройдя которую человек может стать консультантом. При желании мы помогаем поступать в учебные заведения, в высшие учебные заведения, получать специальности психологов и работать в тех же центрах. Да, то есть мы предоставляем массу направлений. Анатолий. Вот у нас в организации, во втором дыхании, сейчас все сотрудники проходят обучение. У нас много волонтеров, которые остались после курса реабилитации и ресоциализации работать в нашем центре. У нас есть условия, чтобы они проходили обучение. У нас сейчас 2 человека, которые поступили на социальную работу, на социального психолога. Вот на год заочно отучатся и будут работать. Да, у нас сейчас есть такая... Мы общаемся с ребятами, которые занимаются строительством. И у них есть очень хорошая бригада, которые полностью трезвые, не курят, не пьют и ведут здоровый образ жизни. И мы сотрудничаем с ними как? Мы просто от своего центра и ресоциализации потом направляем к ним людей, чтобы они подхватили их и вместе с ними занимались и развивались, и работали. Потому что человек, когда выходит с центра, он возвращается в тот же социум, где пьют, курят и говорят, давай выпьем, ему тяжело удержаться. Мы стараемся куда-то перенаправить, конечно. А скажите, будь ласка, крім руйнування власного здоров'я, того, хто зловживає алкоголем чи наркотиками, яку ще небезпеку приховує саме алко- і наркозалежність? Если взять... Для суспільства, наприклад. Суспільство. Это кражи. У нас є відеозвонок наших глядачів. Будь ласка, ви в ефірі. Вибачте, Анатолій. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Світлана. Я хочу іскренне поблагодарити працівників центру «Второе дыхание» і центру «Альтера» за те, що ці ребята роблять. Вони повертають наших дітей, наших синів, дочерей, мужей в житті. Я хочу сказати, що те, що зробили лично вони для мене, для моєї сім'ї, это неоценимо, это, у меня нет даже слов выразить благодарности. Поэтому проблема, о которой говорят сейчас, это проблема 21 века. И наши дети – это наше будущее. И если мы сейчас не обратим внимания на эту проблему,
не будет в Украине будущего вообще. Понимаете? Ребята гибнут. Поэтому, Анатолий Владимирович, прежде всего к вам. Я низко кланяюсь от всех матерей за то, что вы есть один из организаторов антинаркотического лагеря в Кобреве. Я была не один раз там. Искренне благодарна. Это возрождение, это действительно второе дыхание, которое вы подарили каждому из нас, родителей. Большое спасибо. Спасибо вам, Світлана, за ваш дзвінок. Я думаю, що приємно почути такі відверті слова. Я знаю, хто це. У нас залишається дуже мало часу, а в мене дуже багато питань. Будь ласка, щодо обіцянки секретаря Миколаївської міськради, ви обговорили деталі, коли і як може бути запроваджена міська програма боротьби з наркотиками? Немножечко хочу сделать акцент на этом мероприятии, на круглом столе, который прошел в Коблево 13 числа. Круглый стол собрал в себе более 40 специалистов в области зависимостей. Были народные депутаты, были психологи, наркологи, социальные работники. Была народный депутат Ирина Ясинович-Куценко, депутат Одесского горсовета, и была Казакова Татьяна Викторовна, секретарь Николаевского горсовета. В ходе диалога одесская депутат поделилась программой Одессы по предотвращению и профилактике ВИЧ-СПИДа, туберкулеза в ихнем регионе. Татьяна Викторовна подхватила эту инициативу и поддержала. И пришли к тому решению, что мы будем в Николаеве вырабатывать и разрабатывать стратегию развития профилактики в нашем городе. А як швидко ви будете працювати над цим? Сроки крайне сжаты, времени мало, нужно подготовить. Планируем на эту сессию вынести... Тобто на предложение нужно, на эту сессию, но очень много работы и очень мало времени. Поэтому мы начали работать с сегодняшнего дня. Мы уже с Татьяной Викторовной плотно работали в этом направлении. Скажите, будь ласка, чи співпрацюєте ви з органами внутрішніх справ? Да, мы співпрацюємо и очень даже тесно. Неоднократно они даже привлекали наших сотрудников помощи. Неоднократно мы вместе с ними сотрудничали, это ликвидировали адреса, проводили профилактики по школам. Особенно очень мы тесно сотрудничаем с Сологубом Виталием Петровичем, который приглашает нас. Когда мы просим у него о взаимодействии, он никогда не отказывает. Он идет всегда навстречу, он всегда поддерживает. Он награждает наших ребят, приезжает грамотами и постоянно поддерживает, в принципе. Да, очень часто бывают такие моменты, когда ищут ребят каких-то, которые там уклоняются от закона или каких-то розысках. Сотрудники полиции, прокуратуры звонят, бывают, спрашивают, задают вопросы о этих людях. Мы всегда говорим. Друзі, у нас залишилось менше хвилини, але хотілося б ще почути по одному слову від вас, Віталій, від вас, Анатолій. Віталій, будь ласка. Касательно, если подвести итог, есть планы. В планах это в любом случае профилактика зависимостей, внедрение первичной профилактики в учебных заведениях, ну и взаимодействие с городскими властями. Анатолий, я хочу просто для родителей обратиться. Не стесняйтесь, ищите выход и обращайтесь. Мы можем помочь, даже попытаться вместе с вами привести вашего ребенка на лечение. Об'яснити, підказати. Спасибі. Проблему подолати можна лише разом. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.